Ага, Кать, спасибо, все хорошо. Ну и отлично. Поскольку время 11:00, я люблю выдерживать тайм-менеджмент, поэтому, наверное, я буду начинать. И тот, кто немножко опаздывает, да, он присоединится, потому что дальше по графику тоже есть четкое расписание, поэтому я буду начинать. Итак, спасибо всем огромное, кто сегодня пришел на этот вебинар. И, наверное, я бы сказала, что нет предела совершенству, и даже те, кто делает от 150 баллов и выше, всегда на вебинарах, так же, как и я, да, найдут что-то для себя новое. Поэтому я на все абсолютно, что-то у меня там произошло. Даже ради одной какой-то фишки стоит это делать, потому что время у нас сейчас очень быстрое, каждый день что-то меняется, какие-то новые способы начинают именно сейчас, в данный момент работать, да? Поэтому учиться надо всегда, и не надо думать, что какая-то тема для тебя очень хорошо известна. Вот. Поэтому сегодня, возможно, да, я хотела бы, чтобы вы для себя взяли что-то новое, то, что вы не применяли, но, возможно, это поможет вам увеличивать свои продажи, увеличивать свои заказы, делать большее количество баллов. Потому что чем большее количество баллов и продаж мы совершаем в течение каталога, соответственно, тем больше наша с вами прибыль. А поскольку мы с вами бизнесмены, это наша, по большому счету, такая вот, ну, конкретная цель, да, больше зарабатывать. Тема моя сегодня, с чего начать новичку, как сделать 150 баллов. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь вообще вот новички-новички, которые совершенно недавно в компании и не делают еще 150 баллов? Поставьте плюсики, пожалуйста. Кто совсем новичок, еще не умеет делать 150 баллов? Есть у нас такие в комнате? Или у нас пришли уже такие асы? Тогда поставьте, пожалуйста, плюсики те, кто уже делает 150 баллов и выше, каждый каталог. Ага, молодцы. О, пошли плюсы. Здорово. Я думаю, что мы с вами за счет сегодняшнего вебинара информации сможем делать еще больше. И ту информацию, которую мы узнаем, мы передадим по своим структурам. Кто-то посмотрит видео в записи. Итак, мы начинаем. С чего начать новичку и как делать 150 баллов? Прежде чем переходить к конкретным каким-то фишкам, да, по этому вопросу, я все-таки хотела бы еще немножко поговорить о компании Oriflame. Очень важно понимать, в какую компанию ты попал, да, и с кем ты решил сотрудничать и строить бизнес. Так вот, ребят, я по праву, скажем так, старожила в этой компании, да, я в компании уже почти 20 лет. Могу сказать, что я до сих пор благодарна судьбе, что попала именно в эту компанию, потому что до этого меня приглашали в другие компании. Вот. И то, что я там видела, как-то там было мне некомфортно, да, но я первые какие-то презентации прослушивала. А здесь, попав в компанию Oriflame почти 20 лет назад, я поняла, что здесь очень классная, качественная продукция. Это то, что мне, девочки, очень близко, приятно, да. Это тот продукт, с которым мне будет легко и очень комфортно работать, да, потому что мне самой это нравится. И поскольку мне самой это нравится, я могу свои эмоции, свои ощущения, красоту, которую предлагает компания в каталоге, предлагать большому количеству своих там подруг, коллег и так далее. И до сих пор благодарна судьбе, что я попала именно в эту компанию, которая позволила мне осуществить практически все свои мечты, но у меня голова в этом плане работает очень каждый день и много, поэтому мечт много. И
Вчера, просматривая чат, когда просили написать мечты, да, были некоторые сообщения, что там я и боюсь мечтать, я и мне бы только, вот, знаете, ограничивают себя в своих мечтах. Этого делать не надо, потому что, скажем так, космос и Вселенная посылает по запросам. Поэтому выдохните, станьте свободными, возьмите лист бумаги и как можно больше и дерзновеннее, скажем так, напишите все абсолютно свои мечты. Что же из себя представляет компания Oriflame сегодня? Компания Oriflame – это европейская косметическая компания прямых продаж. И чем мы гордимся? Тем, что компания – это номер один в мире, да, среди компаний косметических, да, среди компаний прямых продаж. Также мы одна из 35 компаний прямых продаж в мире, которая зарегистрирована на биржевом рынке. Это очень важно, что акции компании ежегодно котируются. Это говорит о мощи, стабильности компании и о ее востребованности на международном рынке. Также компания для бизнеса, да, тот, кто уже несколько лет в компании, мы прекрасно знаем, что абсолютно все отчетности, абсолютно все выплаты, абсолютно прозрачный маркетинг-план, отчеты, по которому мы каждый день в своих информационных листах получаем. И это та компания, с которой можно связать свою жизнь. Я бы сказала, потому что 20 лет – это срок, да, и до сих пор я вижу, как развивается компания и в бизнес-плане, и каждый каталог, чего уж говорить про каждый год, да, все новые и новые продукты выпускаются на рынок. Компания, несмотря на то, что ей уже полвека, компания по сравнению даже с другими какими-то более молодыми компаниями, она все время в тренде, она все время must-have какие-то дает, каждый каталог, каждый сезон, да, и огромное количество продукции, с которой мы можем работать. Ну и Магнус Бренстром, это руководитель нашей компании, да, ну, очень сильный такой руководитель, бизнесмен, при всем при том очень такой приятный, лояльный, коммуникабельный, да, был отмечен, и с этого года Магнус возглавил и стал президентом Всемирной Федерации Ассоциации прямых продаж. Это огромное признание компании, ее востребованности на рынке и именно ее направление, в котором она идет все эти годы. Что бы хотел еще сказать, что компания Oriflame – это компания объединение огромного количества предпринимателей, которые объединились для того, чтобы зарабатывать и осуществлять свои мечты. И я бы, особенно новичкам, да, кто еще раздумывает, кто еще не знаком с компанией, ну, хотела бы вот передать свои чувства и эмоции, знания о том, что это бизнес-компания, и ее именно так и нужно рассматривать. Потому что я, в общем-то, часто сталкиваюсь с тем, что говорят, это Oriflame. Ну, как-то так, знаешь, скептицизмом с каким-то. Я гордо говорю, да, это Oriflame, это наимощнейшая бизнес-компания с простроенными структурами, с огромным количеством востребованной продукции как в косметическом плане, так и в wellness-индустрии, да, и мы должны это очень четко понимать, что мы находимся в огромном международном сообществе предпринимателей, где можно развиваться постоянно много-много лет. И в России с Oriflame сотрудничают 7500 предпринимателей. Это огромная цифра, и каждый, абсолютно каждый, кто серьезно ставит для себя цели и задачи в развитии, в зарабатывании и в осуществлении своих мечт, абсолютно каждый здесь получает то, что хочет, потому что компания предлагает очень
много и очень огромный выбор, да, для человека. И поскольку сегодня тема «Как начать?» и тема «Как сделать 150 баллов», да, я бы хотела немножко остановиться все-таки еще раз на великолепном, огромном, качественном и широком ассортименте продукции компании, да. Можно сказать, что, и я хочу сказать, что все 20 лет я для себя нахожу абсолютно все, что нужно мне для того, чтобы хорошо выглядеть, чтобы поддерживать свое здоровье, для того, чтобы в своем возрасте не выглядеть на свой возраст. Вот я что хочу до вас донести. 20 лет я пользуюсь одного своего возрастного периода, переходя к другому, именно косметикой Oriflame. Никогда ничем абсолютно другим я не пользовалась. У меня были попытки попробовать, поскольку бонусы там были, и карточки мне дарили, например, в Литуаль, да, но, в общем-то, я осталась недовольна, и поэтому... Нет, у меня не были попытки пользоваться другой косметикой, но нужно было израсходовать как бы эти бонусы, эти карточки. И попробовав, я сделала вывод, что качественнее для меня того, что я приобретаю на протяжении стольких лет в компании Oriflame, для меня нет, и я ничего не хочу более искать. Почему? Потому что наша компания, шведская компания, очень скрупулезно и очень... так въедливо занимается разработками, качеством продукции. И иногда не по одному году разрабатываются формулы для того, чтобы получить наилучший результат, например, когда мы пользуемся новой, например, серией там, кремов. Да? Сейчас это серия Nove Age, патент который хотят купить многие известные компании. Компания на протяжении 50 лет ведет сама научные разработки. В Швеции есть собственный институт по изучению кожи. С 1997 года в Ирландии научный центр, где работает более 100 ученых, да, которых возглавляет известный очень человек, это Ален Мавен, и те разработки, которые там проводятся, не имеют на рынке вообще аналогов, да, у нас очень много запатентованных формул за эти 50 лет, и они очень востребованы не только в компании Oriflame, но и другие крупные компании хотят стать обладателями этих запатентованных формул. И этим нужно гордиться, это нужно доносить до наших клиентов, до наших знакомых, до наших дистрибьюторов. Я реально этим горжусь, я это все прочувствовала, испытала на себе, поэтому хочу вот эти эмоции передать и вам. У нас в компании, в общем-то, очень сбалансированное ценовое предложение. Это есть такое, да, высказывание, да, это соотношение цены и качества. Вот как раз в компании Oriflame это соотношение все время, этот баланс все время выдерживается. В каждом каталоге у нас находится до 300 продуктов с ценой до 300 рублей. Вы знаете, иногда я захожу в супермаркет и специально захожу в косметические отделы, чтобы посмотреть, какие же ценники на некачественную продукцию. Вы знаете, там, в общем-то, далеко не низкие цены. И, в общем-то, я этому удивляюсь, что иногда предпочитают люди в каких-то масс-маркетах покупать неизвестно какую продукцию, реально, которые, ну, некачественные, ребят, могу четко об этом говорить. Вот. И опять же, наша задача рассказывать как можно больше о качестве продукции, о ее применении, о каких-то масс-хевах, о каких-то новинках. И тогда наши объемы с вами будут однозначно всегда расти, и клиенты будут постоянными много-много-много лет.
Также в каталоге до более 300 продуктов идут со скидками. Это абсолютно каждый каталог. И скидки доходят до 70%. Вы знаете, компания очень мощная, и в ней работают очень мощные маркетологи, которые просчитывают абсолютно каждую страницу каталога. Те предложения, которые есть в каталоге, сезонные, распродажи, скидки, это же все не просто так, это все не с потолка взято. Ведется огромнейшая работа по изучению покупательского спроса. Поэтому именно в этом каталоге такое предложение, да, в следующем каталоге будет другое предложение. Все абсолютно просчитано на научной маркетинговой основе. Поэтому нам с вами остается это взять и передать. Наша работа информационная, наша работа обучающая, наша работа просветительская, да, в плане бизнеса, в плане ухода, ну, косметики, да, и ухода за собой, в плане категории wellness. Итак, ребят, какие же варианты существуют для того, чтобы делать 150 баллов, да? Подходы могут быть разные, сейчас мы с вами их разберем. Прежде чем перейти вот уже к какой-то конкретике в этом вопросе, в этом направлении, я хочу задать вам вопрос. Легко ли вам делать 150 баллов, тот, кто делает? И поставьте плюсики. И если есть в этой комнате те, кому сложно еще пока делать 150 баллов, поставьте, пожалуйста, минусики, чтобы я понимала, сколько у нас человек уже умеет работать с продукцией так хорошо, качественно, а кому еще это сложновато. Будьте добры, вы меня слышите, ребят? Ага. Вот вижу, Светлана Капустина поставила аж 4 плюса. Свет, можно я скажу, да, что не совсем все быстро и просто получалось, это я для новичков говорю. Светлана тоже училась да, ну, некоторое время делать 150 баллов, а сейчас она стала делать даже более 200 баллов. Ребят, поэтому вот новички, там, Наташа, да, Елисеева, рад тебя здесь приветствовать. Если у кого-то еще не получается, то, в общем-то, это не страшно, потому что у нас много примеров, когда люди начинают нарабатывать и впитывать в себя информацию, начинают пробовать, начинают применять то, что рекомендуют спонсоры, то, что они услышали на вебинарах. И однозначно, ребят, те, кто еще это не делает, все получится. И вы знаете, возможно, вы войдете в азарт и будете делать гораздо больше баллов, потому что, вы знаете, это хорошая прибыль. Я, поскольку начинала тоже с продаж, очень люблю продавать, я очень люблю своих клиентов. У меня их огромное количество, и я уже знаю абсолютно запросы каждого своего клиента и могу заказы делать, ну, не спрашивая их, надо или не надо, потому что я прекрасно помню, когда они у меня что покупали, и однозначно знаю, какую продукцию они ждут, и стараюсь все время, если есть какие-то акции, скидки, обязательно очень быстро как бы сделать им заказ и отвезти. Они все время радуются и благодарят. Поэтому давайте будем учиться сегодня делать 150 баллов. Итак, ребят, какие же варианты существуют? Вы пришли многие на бизнес, и, может быть, для вас стало немножко такой неожиданностью, что для того, чтобы получать объемную скидку от структуры, нужно каждый каталог выполнять заказы на 150 баллов. Если у кого-то как бы есть вот такое немножко скрежетание внутри по этому поводу, вы можете поставить плюсик. Я буду знать, у кого там еще дискомфорт по этому поводу, да, внутри. Так вот, в любом случае, если мы начинаем свой бизнес, нужно очень четко понимать, что минимальные какие-то вещи
в любом случае мы должны выполнять. Знаете, ребят, у меня очень много крупных бизнесменов и людей, которые средний бизнес имеют. Могу вам сказать только одно. На любом уровне, в любом бизнесе люди очень много работают. И тот подход, что не надо ничего делать в бизнесе, он абсолютно неверный, он неправильный, он не для людей, которые хотят... благосостояние. Поэтому вот эта планочка 150 баллов, вообще это то, о чем не стоит вообще переживать, это просто нужно научиться делать. Итак, смотрите, 150 баллов, какие варианты есть, да? Первый вариант есть, это брать продукты для себя и своей семьи. Большинство тех, кто уже давно в компании, именно так и поступают, потому что они знают, они понимают, какое качество у нашей продукции. Обязательно заказывают и каждый каталог для себя продукты Wellness, потому что я бы сказала, что наш Wellness – это наивысочайшее качество на всем международном рынке. Поэтому, вот, имея огромное количество информации о качестве продукции, тут уже не стоит вопрос. И, как правило, вся семья пользуется и, ну, пользуется и использует, скажем так, продукты Wellness, и коктейли, витамины, и детки, и родители, все. То есть первый вариант – это продукты для себя и своей семьи. Второй вариант, как и каким путем можно пойти делать и выполнять, да, 150 баллов за каталог – это делать совместные закупки вместе с родственниками, друзьями, может быть, соседями. И третий вариант, который я вообще пропагандирую и рекомендую к использованию – это демонстрация каталога офлайн и онлайн, то есть все-таки заниматься сборами заказов. Но у вас, естественно, есть право выбора. Наша задача показать, какие пути и методы существуют. Вы для себя выбираете тот вариант, который для вас приемлем и который для вас наиболее комфортен. Итак, давайте рассмотрим, да, каким образом мы можем сделать 150 баллов для себя и для своей семьи. Естественно, этот метод подходит тем, у кого есть, кто может выделить деньги для того, чтобы на где-то 6 тысяч, потому что 150 баллов – это где-то 6 тысяч по каталогу, да, сделать для себя покупки. Вы знаете, если, предположим, вы сядете, что я и рекомендую, и... напишите список того, что вы приобретаете в других магазинах, предположим, да, для себя и для своей семьи, для ухода за собой, да, пенно-моечные всякие разные штуки, зубные пасты, может быть, какие-то витамины, ну и так далее, и так далее. Может быть, какой-то крем, тушь, там, я не знаю, это я для новичков сейчас говорю. Сядьте, выпишите, вы увидите, что эта сумма получится, в общем-то, достаточно такая нормальная. И, возможно, вы удивитесь, что вы именно такую сумму тратите, приобретая не в Oriflame и приобретая ранее, не будучи в Oriflame, да, в других как бы местах. И тогда вы сможете сделать для себя такой со спокойной душой вывод, что практически такую сумму денег я всегда тратила, и я могу перейти в свой бизнес, в свой магазин Oriflame и приобретать для себя и своей семьи то, что будет самое главное качественно и полезно. Здесь в качестве вы можете не сомневаться, потому что компания прямых продаж и именно наша шведская компания – это стопроцентное качество. И опять же, это мои наблюдения, это мои выводы, это мой опыт. Поэтому рекомендую. Итак, предположим,
Вы поняли, что у вас есть магазин, что выгодно именно в своем магазине у себя покупать для своей семьи косметику. Что дальше? Как быть и что сделать, да? Обязательно нужно иметь каталог на руках. Вы знаете, я люблю, и очень многие, да, больше процент, наверное, любят печатные каталоги, потому что вот это вот тепло бумаги, да, яркие краски, какая-то близость, да, с этим каталогом, возможность там его там впереди смотреть, с конца смотреть, середину полистать, да, вот. Мне вот комфортно, да, вот именно, думаю, и вам, да, вот с печатным каталогом иметь дело. Итак, мы рассматриваем текущий каталог, и мы рассматриваем ситуативные акции. Ну, что я здесь имею в виду? Предположим, сейчас идет вау, была весна, сейчас идет вау, лето. Про них нужно знать. Надеюсь, что вы знаете, где их посмотреть, да, когда входите в свой личный кабинет на личную страницу, сразу же с правой стороны перечислены абсолютно все акции. Рекомендую нажимать на кнопочку «Далее» и прочитывать несколько страниц актуальных новостей по распродажам, по акции «Вау». И можно вообще много, но каким-то, может быть, акциям, которые проводит компания там по категории wellness и так далее. Потому что очень много всего интересного, да. Поэтому все эти ситуативные акции мы должны знать для того, чтобы сделать правильный, полезный для себя выбор, да, и не пропустить скидки, которые дает компания. Ну и если вы новичок, конечно же, рассмотрите акции для новичков и знать такие акции, как стартовая программа, премьер-клуб, туалетная вода в подарок. Вот сейчас идет наишикарнейшая туалетная вода, которую любят тысячи консультантов и клиентов, даже сотни тысяч, наверное, нашей компании, это Eclat Weekend. Очень нежная, очень тонкая, как раз на лето, да, компания не случайно дарит эту туалетную воду всего за 50 баллов. И выпишите все потребности или прикиньте потребности вашей семьи, вот просто сядьте как-то вечерок и запишите, какие потребности есть. Предположим, что я здесь имею в виду. Вы, например, с семьей собираетесь в отпуск. Естественно, каждый здравомыслящий человек в отпуск должен для себя брать солнцезащитные средства. Это обязательно, абсолютно, да? Вот. И тогда мы смотрим в каталоге, какие сейчас представлены продукты солнцезащитной серии для детишек и для взрослых. Далее, предположим, вы ребенка собираете сейчас или он там через неделю уезжает в пионерский лагерь. Давайте посмотрим, может быть, в этом каталоге идет со скидкой зубная паста, там щетка, опять же, может быть, чайное дерево, масло. Всем прям пропагандирую масло чайного дерева, это в масле, прям во флакончике в таком, да, жидкое масло. Почему? Потому что здесь тоже нужно, в общем-то, знать информацию, потому что чайное дерево – это очень сильный, классный антисептик, абсолютно, я не знаю, там огромное количество, где можно его применить. У меня чайное дерево стоит круглогодично, знаете, как неотъемлемая часть аптечки домашней. Почему ребенку я рекомендую, да, потому что комары, вот эти вот укусы, я тут была вот буквально на выходных, да, меня так тяпнула какая-то мошка, ребят, спасаюсь только чайным деревом. Потом, предположим, погода сейчас, видите, какая там, то дождь, то ветер холодный, почему-то в этом году много, да, какие-то насморки, какие-то кашли. Опять же, это чайное дерево, вот то, что быстро, это чайное дерево. Ингаляции, ванночки, подышать, вот прям рекомендую настоятельно. Опять же, берем. Дальше, предположим, про отпуск продолжаем. Посмотрели, есть ли у вас какие-то, ну, аксессуары, которые необходимы. Может быть, сумки нет, которая дорожная, легкая, да, она есть сейчас в каталоге. Может быть, вот видите на картинке, да,
красивые сумка, которую вы с собой возьмете. Может быть, это будет палантин какой-то вам необходимый. Ну и так далее, там шляпа, которая есть в каталоге. Опять же, просмотрите. Потом заходим в ванную комнату и смотрим. Может быть, у меня гель заканчивается, да, в данный момент. Может быть, скраба нет. Ну и так далее. В общем, мысль наверняка для вас понятна, да? Поэтому всегда есть, что купить для себя и своей семьи. Здесь вы будете уверены в качестве. Вы знаете, если что-то вам не понравится даже из аксессуаров, вы прекрасно понимаете, что это можно, в общем-то, сдать, обменять. Это у нас есть в компании без всяких абсолютно проблем. Да? Вот. Дальше, предположим, какие могут быть еще мотивы, да, вы собирались, у вас есть там, не знаю, пигментные пятна, и вы знаете, что они у вас появляются. Если вы даже пропустили тот момент, когда нужно начинать, это вот когда первое солнышко после зимы, да, вот это весеннее, оно яркое, оно такое прям загаристое, такое, да, сильные, тогда нужно начинать пользоваться. Но если вы даже пропустили этот момент, это не повод для того, чтобы не взять сейчас на летний сезон с хорошими скидками идущий крем от пигментации. Он очень полезен, и я сама им пользуюсь. На лето я беру, есть CC-крем, в этой серии есть CC-крем, который два в одном, да, он и от, защищает от пигментации, потому что SPF сильный, и тонирует кожу. То есть, ребят, в нашем каталоге есть абсолютно все, что необходимо для семьи, вот для потребностей семей, начиная там от мыла элементарного, которое не разъезжается, как вот, знаете, эти сопли, извините за сленг, да, по баночки, клевые, кремовые, классные, которые приятно взять в руки, которые приятно пахнет и так далее, и вплоть до серий таких, которые конкурируют с даже самыми дорогими сериями по уходу за кожей лица, это такая серия New Age. Абсолютно все есть. Вы только найдите время почитать, найти информацию и, может быть, взять пробники, попробовать, да, и вы убедитесь, что всегда есть что взять качественное для семьи в нашем каталоге. Ну, я думаю, еще, знаете, тема – это похудение, это целлюлит и так далее. Антицеллюлитные уходовые средства у нас тоже очень клевые. Здесь очень важно, как минимум, от 10 сеансов делать ежедневно эту процедуру. И тогда вы увидите абсолютно отличный результат. Так же, как и похудеть, это ввести в свои рационы супы, коктейли, обязательно витамины, потому что те люди, которые худеют, и если вы поглубже будете изучать тему wellness, она очень, ребят, актуальна, прям рекомендую, да, поглубже ее изучить, вы увидите и узнаете, что витамины принимать при похудении обязательно, потому что для того, чтобы у организма не было дефицита в витаминах и минералах. Это очень важно. Если, конечно, вы правильно питаетесь, дополняете витаминами, у вас вообще все будет в порядке и достаточно быстро можно похудеть. Итак, поставьте плюсы, если вам как-то легла эта информация, и плюсики поставьте, если я вас хоть немного убедила в том, что для семьи вы можете много чего полезного найти абсолютно в каждом каталоге. Итак, спасибо за плюсы, а мы идем дальше. Так, следующий момент. Смотрите, я уже сказала, что много, кроме каталога, есть у нас ситуативных и постоянных акций. Я хотела бы просто картиночки показать. Это информация для новичков и для спонсоров, которые просто, ну, обязаны доносить эту информацию до своих новичков. Да, это стартовые программы, где идут за 100 баллов, да, шикарные подарки, которые вы можете продать, получить прибыль, либо, опять же, смотреть
смотрите, здесь и витамины wellness присутствуют, и это хороший шанс их попробовать, не покупая их за деньги. Здесь же и вот этот Eclat Weekend, туалетная вода, которую сейчас новички могут получить за 50 баллов, да, здесь и программа Premier Club, которая дает дополнительные возможности, если вы даже для себя берете продукцию на 150 баллов. Но об этом я немножко попозже поговорю, у меня там есть отдельный слайд. Итак, поехали дальше. Итак, совместные закупки. Смотрите, я понимаю, что у новичков, у некоторых есть ситуация, что реально человек для себя сейчас вообще ничего, ну, сверх там, я не знаю, ну чего там, сверх там зубной пасты, такого необходимого геля для душа купить пока не может. Я тот человек, который это очень хорошо знает не понаслышке, начинала, немножко отступлюсь, да, от слайда, я начинала бизнес этот, когда я была с грудным ребенком на руках без копейки денег. И мне, как, в общем-то, никому известно, что такое безденежье. Конкретно, ребят. Это был 98-й год, это был кризис. У меня Лизка была, еще ей, наверное, вот только годик, в 97-м я ее родила, исполнился, нам есть было не на что. И, конечно же, говорить о том, чтобы я для себя чего-то могла купить, очень хотелось. Кстати, я и познакомилась с компанией Reflame, ко мне пришла научная сотрудница, которой я до декрета была заведующим музеем, и она у меня работала, она принесла мне каталог посмотреть. Это было под Новый год. И я себе тогда позволила заказать, по-моему, либо помаду Джордани, либо тоналку, не помню. Вот с этого все закрутилось и началось, да. И я-то увидела такое спасение в том, что можно показывать каталоги и зарабатывать, да, с маленьким ребенком. И, ну, вы знаете, у меня крылья за спиной выросли, когда я увидела и услышала о такой возможности, и, конечно, тогда я о том, что можно строить структуру и бизнес, конечно, я ничего не знала, но мне нужно было накормить, главное, накормить ребенка, тогда, вообще-то очень маленького. Вот. И, конечно, я как сумасшедшая, реально прям каждый день ходила, искала клиентов по холодному рынку. И, знаете, мне было страшно открывать какие-то двери, но я их открывала, потому что мне нужно было хоть какие-то деньги, да, но заработать. Это моя история. Сейчас я как-то это, да, ком, конечно, поступает к горлу, вспоминая эту ситуацию. Но я-то поверила в компанию тогда, когда стала зарабатывать на продажах. Поэтому, ребят, продажи я просто обожаю. Я считаю, что вообще умеешь продавать, по крайней мере, будешь сыт. Это однозначно, могу вам точно сказать, как бы пример свой. И это был январь. Наверное, или там в декабре, я не помню, я себе это позволила купить. В марте я уже продавала на огромные суммы. И вот тогда я поверила в то, что в мощь компании, в то, что здесь можно зарабатывать. Вот, это такое вот отступление было, да. Но я к чему? Я к тому, что если вы можете себе этого позволить, зарабатывайте деньги, понимаете? Как бы это отличный шанс заткнуть какие-то дыры, заплатить какие-то там, может быть, там за квартиру и так далее. То есть это всегда доход. Мы же с вами бизнесмены, да? Я надеюсь, все здесь. Начинать, может быть, и непросто, но то, что дает компания, это нужно реализовывать, нужно зарабатывать. Потому что в мире так много всего прекрасного, как можно не хотеть больше иметь? Или хотеть, но не делать с такими прекрасными каталогами, предложениями, которые есть в компании. Итак, ладно. Значит, это такое лирическое отступление было. Итак, если нет возможности, что делаем? Делаем совместные закупки. Это один из тоже очень классных таких вариантов. Значит, какая цель ставится?
Цель ставится, поскольку я сказала, что 150 баллов – это где-то на 6 тысяч по каталогу, цель ставится найти, предположим, 6 постоянных, ну, я не знаю, клиентов даже можно сказать, или там родственников, друзей, да. Но лучше, конечно, это взять ближайшее окружение, да, и договориться с ними о том, что у меня, да, у вас есть каталог, и вы будете каждые 3 недели новый каталог им приносить, а они будут именно у вас, и, может быть, даже, скорее всего, вы им предложите скидку 20%, да, и будете отдавать по закупочной цене продукты, но они у вас регулярно на 1000 рублей будут делать заказы. Вы знаете, люди любят скидки, вопрос, как это все преподнести. Конечно, это нужно преподнести с тем, что такую скидку я даю только тебе. Почему даю? Потому что я хочу сделать тебе приятное. Можете сказать, что у меня есть, ну, определенный план выполнения, потому что я в бизнесе и хочу начать, но мне нужна сейчас помощь. Если вы обращаетесь там к маме, к сестре, к жене вашего брата и так далее. То есть посмотрите близкий круг, кто это? Мама, сестра, две соседки, жена брата, подруга, там близкая коллега и так далее. Конечно, я бы, наверное, ребят, ну не стала бы этого делать, кому нужны деньги, да, вот прям вот, ну, не знаю. Но, тем не менее, такой способ существует, мы вам его рассказываем, да. Значит, какую выгоду люди получают? Скидка от каталога и плюс продукты по распродаже, о которых вы их информируете, каждый каталог, да. Значит, таких людей вы регулярно снабжаете новыми каталогами офлайн или онлайн, договариваетесь на месте, как им будет, в общем-то, комфортнее, приятнее и вам удобнее, может быть, вы с детьми сидите, и вам онлайн будет легче как бы коммуницировать и рассылать каталоги и картинки с какими-то спецпредложениями, да? В общем, кому как удобно. И плюс, значит, информация о продукте по потребности. Что я имею в виду? Вы узнаете, какая потребность у человека существует на данный там, месяц или там, на данный период, и просматриваете текущий, предположим, следующий каталог и формируете уже себе вот этот список заказов даже не на один каталог, а можно даже на два, потому что у нас на руках 2 каталога. Предположим, когда Маша сегодня сделала заказ на, предположим, тушь 5 в одном, которую берут все и не по одной, вот, вы уже ей показываете другой и оставляете другой каталог, говоря, спрашиваете, что бы ты еще хотела, пусть она просто расскажет. Вы говорите, что не обязательно это ты сейчас будешь покупать, просто я должна знать, что смотреть для тебя и зачем наблюдать в каталоге, когда это будет со скидками, да? Она вам там, например, говорит, что, по сути, мне нужен, например, солнцезащитный крем там на август, мне нужны тени для бровей, я их давно хочу, но хочу со скидкой, ну и так далее, вы поняли, да? То есть у вас могут быть вот эти списки заказов, готовы даже не на один каталог, а на несколько каталогов, зная потребности вот тех людей, с которыми вы формируете совместные закупки. Ну и обязательно все время рассказывайте о таких востребованных абсолютно для всех семей вещах, как зубная паста. Кстати, наша зубная паста такая качественная, прям классная. У меня есть клиенты такие большие, ну, по количеству людей, да, в банке, там все отделы у меня обслуживаются, они просто, как-то я им особо пасту не предлагал, я не знаю почему, хотя сама давно пользуюсь, вот, и, а тут была паста по распродаже, она, по-моему, 99 рублей была со щетками, и я что-то много взяла и принесла, поскольку такая цена, многие взяли попробовать, и начались звонки, Лен, остались ли у тебя со скидками, принеси еще, потому что паста реально, как бы выбор большой, да, там и защитные, и отбеливающие, и с травами, и так далее, очень качественные, прям рекомендую, и поэтому каждый абсолютно, каждому человеку, с которым вы организуете вот такие вот закупочки, обязательно рассказывайте о каких-то таких простых
необходимых каждому человеку вещах, которые идут в данный момент со скидкой. Вот. Что еще? Значит, сейчас много выпускных. Возможно, у ваших родственников, друзей выпускаться будет там дочка там, или сынок. Что сейчас? Опять же, это и тоналки в ход идут, и туши в ход идут. Да, многие делают как бы макияж, записываются выпускницы, но у них же еще последние звонки и так далее. Ну, в общем, много чего сейчас происходит летом, и поэтому всегда, в общем-то, сделайте такой, может быть, с прицелом на все лето списочек потребностей ваших людей, с которыми вы будете организовывать вот эти совместные закупки. Я пошла дальше. Если понятно вообще как бы идея, да, совместных закупок, тоже поставьте, пожалуйста, плюсики. Ага. Хорошо, что эта идея понятна. Но, ребят, сегодня, особенно новичкам, еще раз хочу, да, сказать о том, что делать продажи, показывая каталог офлайн, онлайн, неважно как, это очень-очень выгодно, потому что вы будете иметь деньги на свои какие-то потребности и нужды, да. Конечно, нужно строить бизнес, это для пассивного дохода, это для больших целей и задач, да, но продажи – это просто, тем более их, они делаются несложно, они делаются легко. Главное разрешить себе это делать. Точно полюбить, потому что это такой вот для девочек, да, косметика, все вот это вот. Смотрите, значит, я хотела бы вам, прежде чем говорить о продажах и о том, как показывать и какие способы использовать, собирая 150 баллов, да, вот, при демонстрации каталога, какие выгоды вы получите. Смотрите, 150 баллов, что это такое? Если вы делаете в каталог для клиента, да, то ваш доход составит 2500 рублей. Кому они лишние, поставьте восклицательные знаки. Думаю, что таких не найдется. Если вы делаете еще больше, да, 500 баллов, то ваш доход в каталог составляет 8000 рублей. У нас есть и такие, кто ежекаталожно продает на 1000 баллов, и доход у таких консультантов составляет 18 тысяч за каталог, это за 3 недели. Если мы пересчитаем на месяц, то это будет достаточно такая внушительная сумма, да? И есть те, кто делает и по 1800 баллов, и тогда их доход только с продаж составляет 34 тысячи за каталог. Поэтому личные продажи – это отличный доход с первых дней. И я, конечно, рекомендую этим заниматься новичкам, потому что вы деньги почувствуете. Развивать структуру – это требует времени. Показать каталог – это времени требует, но небольшого, да? Сегодня взял, показал, заказал, а послезавтра у тебя уже прибыль в кармане, потому что сейчас заказы практически во все регионы достаточно быстро приходят. Итак, если мы решили собирать заказы, то с чего начинаем? Мы имеем на руках достаточное количество каталогов. Один каталог иметь мало, потому что, ну как, один каталог у себя всегда нужно иметь, потому что вам нужно что-то посмотреть, вам нужно кому-то что-то рассказать и так далее. То есть один каталог всегда должен быть у вас на руках. Лучше, конечно, чем больше вы хотите собрать заказ, тем больше иметь каталогов. Но это хотя бы 5 каталогов, 10 каталогов. У меня сильные продавцы, которые делают более 1000 баллов, имеют где-то от 20 каталогов на руках. Ну, потому что и клиентов много, да, и лучше эти каталоги веером разнести, например, за 1-2 дня в конце как бы каталога, который заканчивается, да, чем, предположим, если у тебя есть еще просто один каталог, который ты можешь показать, но ты сегодня показал, его могут вообще заиграть, как я говорю, его могут сегодня не посмотреть. То есть
мы бизнесмены, у нас должно проходить все быстро, ребят, достаточно, да, поэтому имейте на руках каталоги, если вы офлайн работаете, да, и предпочитаете работать офлайн, то просто необходимо, это ваш инструмент. Это как, знаете, когда строят дома, да, экскаватор, чтобы выкопать ничем, кроме как экскаватором, не выкопаешь там фундамент, да, ну и так далее, и так далее. Не заколотишь без молотка гвоздь. Можно, конечно, камнем каким-нибудь, но это будет не так качественно. Вот, поэтому имеем хорошее количество каталогов на руках. Недавно была прокачка, да, по продажам и... Там про это говорилось, да. Ну, вот смотрите, по статистике один каталог, это 3-4 просмотра, и это вам дает двух клиентов. 10 каталогов, да, это 30-40 просмотров, и вам это дает 20 клиентов. Возможно, за там первый период вы только пришли, вы новичок. Вы не сможете за один каталог наработать 20 клиентов. Но база вообще клиентская, такая стабильная, которая с вами на всю жизнь останется, она нарабатывается не одну неделю и даже не один каталог. Я бы сказала, что эта база нарабатывается при регулярной работе где-то полгода, но такая уже стабильная, я говорю про стабильную базу, где вообще у вас не будет проблем с заказами. Вот. Но знаю по себе, что когда нужны деньги и когда у вас стоит цель 150 баллов, за один каталог наработать клиентуру очень-очень возможно, тем более многие сейчас ушли в онлайн, а полно живых людей, которые по соседству буквально находятся в соседних кабинетах, в соседних, там, я не знаю, напротив, там, предположим, каких-то магазинах у них там, да, продавцы и так далее, их полно. Вы можете в радиусе, там, не знаю, 100 метров, раздать за полчаса эти каталоги, на следующий день там, или через день их собрать и собрать хорошие заказы. Я вас уверяю. Потому что когда мне консультанты говорят, что у них нет заказов, я именно это на практике делаю. Я беру каталоги и никуда, кроме как вот вокруг своего офиса в радиусе 100 метров, никуда не хожу. И набираю вообще шикарные заказы. Поэтому здесь главное действовать. Итак, дальше, что мы делаем? Мы составляем списки знакомых. То есть один, я вам одно направление, как работать уже с холодным рынком сказала, идем в радиусе 100 метров, если вы находитесь в достаточно такой живой зоне, ну, либо живете, либо работаете, да, и у вас есть магазины, какие-то ларьки, супермаркеты, там, я не знаю, сейчас какие-то развалы на улице фруктовые, ну, где есть тоже люди, которые занимаются продажами и так далее. То есть очертите, составьте себе план, как вам удобнее с офлайн рынком, онлайн работать, да, составьте эти списки знакомых, вот даже для совместных закупок это тоже подойдет, составьте эти списки. Вы это уже вот делали, да, буквально там вчера, позавчера, и сейчас есть такое задание, составить список знакомых. Единственное, что я бы хотела сделать, да, чтобы вы еще в каком направлении со списками поработали. Может быть, особенно это касается новичков, поработали в том плане, кому вы в первую очередь предложите посмотреть каталог, чтобы делать 150 баллов, вот этот вот, ну, как бы объем за каталог. И начали с ними работать, прямо, не знаю, каким-то цветом их выделить маркером, там, может быть, желтым, может быть, там, красным, огонь, да, огонь, 150 баллов надо. Вот, и начать с ними работать, либо встретиться, дать каталог, либо скинуть онлайн-каталог со спецпредложениями. То есть четко у вас перед глазами должен быть этот список. Значит, следующее, внимательно, я уже сказала, изучаем каталог, знаем все акции, спецпредложения. Что сейчас? Сейчас шикарный каталог, есть спецпредложение «Вау! Лето», про которое, я думаю, вы все знаете, если не знаете, опять же, изучите. Ну и очень много-много-много страниц со скидками и с очень клевыми. Этот каталог просто шикарный на предложение, да, всегда есть с чем поработать. Изучите его, ну, чтобы я, например, выделила, да, а вот еще один из пунктов обязательных, ну, и полезных, да, ищем продукты для основного фокуса. Вот идет каталог 8. Я всегда, просматривая каталог, очень четко прям сканирую и знаю, с чем я буду в массовом порядке работать. Что я могу предложить, что наверняка на 100% возьмут там мои клиенты или
даже не мои клиенты, но они это возьмут, да. Итак, в 8-м каталоге, новички, обязательно тушь. 5 в одном. Это бестселлер. Каждые 4 секунды на российском рынке покупают эту тушь. У нас в СПО со всего города едут за этой тушью. Покупают эту тушь не по одной. Но опять же, я своих клиентов приучила. Фраза такая, там, Маша, Даша, Глаша, ты любишь эту тушь. Сейчас, если ты берешь пару, она идет за 259 рублей всего. В дальнейших, да, там, 3-4 каталогах или до Нового года уже можно, наверное, смело говорить, ребят, я так подразумеваю, этой туши с такой скидкой не будет. Да, она может быть по 450 или 49 рублей, но по 259 рублей, я думаю, что не будет до Нового года. Вот к Новому году ее дают по 199 рублей, да, как правило. Вот, но... И все время говорю, бери две, потому что там срок годности до 2020 года, вот то, что вот сейчас приходили туши, это 3 года, да, поэтому главное еще дать ЦУ, чтобы ее не хранили в тепле и в сильном холоде, то есть при нормальной такой температуре, главное, чтобы, да, жары не было, поскольку там специальные формулы ухаживающие и натуральные ингредиенты. Вот, вот так вот. И все берут абсолютно как минимум по 2 туши. У меня вчера заказала одна 4 коричневых туши, потому что иногда бывает черная, ну, как бы она любит коричневую и нигде не может найти именно в таком варианте, ни в каком другом бренде, просто она для себя ее не находит, коричневую. Она есть у нас, 5-1, вот 4 штуки заказала сразу. Вот, дальше, значит, что я точно понимаю, что у меня берут очень хорошо вот эти вот тени для бровей. Смотрите, там цена, скажем так, ну, скидка не самая большая, которая визуально, да, просматривается в каталоге, но, может быть, кто-то не знает и пропустил информацию, что сейчас на 8-й, ну, на лето дали огромный список продуктов из 270 наименований, который идет с дополнительными скидками в 20%. Если знаете, поставьте плюсики, кто не знает, поставьте минусики, нет, вы уже знаете, тоже поставьте плюсики. Знаете про это, что огромный список идет со скидкой 20%. В каталоге этого нет. Они были раньше напечатаны без объявления, до объявления этой акции. Так вот, вот эти вот тени для бровей сейчас еще идут на 20% ниже, чем они представлены в каталоге. И у меня много клиентов, поскольку я много рассказывала про брови, а это вообще сейчас актуальнейшая тема, открывается куча абсолютно различных косметических салонов, которые называются «Бровь-бар», конкретно по бровям, да, и эта тема очень актуальна нашим клиентам, прям берите на вооружение. Вот, мицеллярка, продукты, которые обязательно, продукты, которые с большими скидками идут по вау-лету. Ну и, конечно, я все время предлагаю уходовую серию New Age и Wellness. Ну, вот для меня как бы акценты, много еще есть в каталоге, это и гели для душа, и спреи для ног, и крем, вот эти вот цитрусовые. В общем, каталог просто богат на отличные предложения, но вот, предположим, я выделила для себя такие. И я могу именно с этими продуктами, на которых акцентировала свое внимание, сделать большое количество баллов. Поэтому и вам рекомендую, сядьте, посмотрите, что нравится вам. Может быть, как-то оцените своих клиентов, если вы их уже знаете, да, кому что предложить, кто о чем заикался когда-то, да, что хотелось бы ему, но сейчас это идет дорого. Вот, поэтому, ребят, выделите вот эти вот продукты основного фокуса. На них можно сделать большое количество баллов. Смотрите, я вам быстренько покажу картиночку. Это мой первый заказ. У меня было заказано 50 тушей к первому заказу. На первой неделе предлагалась туалетная вода Sol.
вот в темно-синей упаковке, вода клевая, реально. Я ее брала 20 штук, у меня ничего не осталось уже. Я это все продала, ну и новиночки, видите, тоже, да, вот, вот такой вот у меня был и вот внизу, опять же, вот это тени для бровей, это подтверждение того, что как бы то, что я выделила, я этого взяла много, потому что я очень четко понимаю, что я это быстро за несколько дней все, в общем-то, реализую с прибылью, заметьте, вот, хотя у меня есть уже хорошая пассивная структура доход. А, поехали дальше. А, итак. Смотрите, просмотрели каталог, выделили основные направления и основные продукты, такие, которые мы будем продвигать, на которых мы можем на нескольких продуктах собрать хороший заказ. Что важно еще и что рекомендую? Ребят, обязательно будьте полезны в чатах по продукции, потому что там масса полезной готовой информации. И плюс... видеоролики, которые сейчас пишут консультанты, директора компании Oriflame, такие они короткие, но очень лаконичные по продуктам, которые представлены в каталоге. Что я имею в виду, будь полезна в чатах. Вы и так состоите во многих чатах нашего проекта. Но, например, в Telegram есть бесценные чаты, где вы сможете просто брать готовые посты о продукции, да, написанные с картинками. Вы можете черпать информацию о новинках, такую, знаете, прям, ну, информацию глубокую, какие ингредиенты, значит, кто выпустил, ну, прям с описанием, все в одном месте. Вот смотрите, например, чат какой есть, «Центральная Россия, продукт Oriflame». Кого нет в чатах, ну, в принципе, я ссылки могу побросать, просто напишите, что они вам нужны, да. Вот. Либо у спонсора спросите, я думаю, что все вышестоящие менеджеры и директора ваши имеют и находятся в этих чатах. Мне нравится Wellness History чат, там все про wellness. Мне нравится чат просто Oriflame, там девочка выкладывает продающие посты и информацию тоже по продуктам текущего каталога. Вы знаете, вот такой кладезь информации в этих чатах, что это очень высвобождает ваше время в подготовке, например, информации, опять же, для своих клиентов, для своих там родственников, с которыми вы делаете совместные закупки, ну и так далее. То есть будьте в этих чатах и пользуйтесь этой информацией, потому что все, кто зовет в свои даже какие-то персональные чаты по продукции, они разрешают этим пользоваться и говорят, берите, берите, потому что некоторые посты не умеют писать, там какие-то яркие, красивые. Пожалуйста, все есть в чатах. Итак, значит, как можно собирать заказы, да? Мы собирать заказы можем офлайн и онлайн. Мы можем это совмещать. Ну, кто-то только онлайн собирает, кто-то только офлайн. Но лучше, конечно, это совмещать. Хотя, наверное, таких уже не осталось, кто не использует онлайн, потому что это очень быстрая коммуникация. Можно прикрепить любую ссылку на любой видеоролик, на любую, выслать любую картинку и так далее. Поэтому этим нужно пользоваться. Итак, онлайн. Какие тут фишки могут присутствовать? Значит, ребят, я знаю, что у многих наших консультантов, которые делают большие заказы, это не 150 баллов даже, а где-то от 400-500 баллов, у многих присутствуют и работают именно продуктовые группы, клиентские группы в соцсетях. Здесь вы можете сделать эти группы в тех соцсетях, в которых вам комфортно. Кто-то это делает в одноклассниках, то есть, ну, как бы вот, потому что вот нашего возраста много в одноклассниках. Кто-то, у кого-то любимая сеть ВК, кто-то сейчас очень активно развивается в Инстаграм. Возможно, вы будете совмещать. Дело в том, что если у вас есть хороший пост, его очень быстро можно разместить, о продукции я имею в виду, его очень быстро можно разместить вообще во всех социальных сетях и черпать клиентов и заказы из всех социальных сетей, да. Вообще это очень, даже есть кнопочка в Инстаграм, я не знаю, почему-то у меня в ВК сейчас
время, ну, то попадает, то не попадает, когда я пересылаю, то встает этот пост, то не встает. Но, тем не менее, такая функция есть. Если даже он не стал автоматически, когда вы его из Инстаграм, да, хотите переместить в ВК или в Одноклассники, это, ну, скопировать, в общем-то, несложно, нетрудно, это достаточно быстро все делается. Итак, создавайте чат. Вот есть Юля Смирнова, у меня директор из города Рыбинска. Вы часто ее в рейтингах видите, что у нее очень большие заказы. У нее вот есть такая группа по интересам в Одноклассниках. Конкретно она приглашает туда только клиентов из Рыбинска и собирает там очень хорошие заказы. Здесь что важно? Вообще в нашей работе, в любой работе, что важно? Системность и регулярность. Нужно регулярно вывешивать информацию о продукте, о актуальном продукте в летний, например, сезон, об актуальной акции, которая сейчас дается. Ну, было отлично, если бы, например, хотя бы один пост в день был, но можно и поставить 3 в неделю о продукции, какие-то видеоролики и так далее. Однозначно, ребят, люди интересуются, люди делают заказы. Итак, поехали дальше. Также вы можете чаты создавать, они тоже хорошо работают для клиентов, для своих. Вайбер, Ватсап, Инстаграм, Аська, посмотрите, где их больше. Но, как правило, наиболее рабочие и там, где наши клиенты находятся, это Вайбер и Ватсап. У меня тут клиенты даже сами попросили: Лен, сделай нам группу Вайбер, прям конкретно на клиентов из одного места, вот, и кидай нам там всю информацию. Единственное, что я знаю, какой минус бывает, я как-то создавала, у меня стали люди прям выходить, во-первых, я их, не, ну, многих не предупреждала, я для консультантов делала, во-первых, я просто создала и начала приглашать, и не приглашать, а добавлять, да, здесь два момента должны быть. Это согласованность, что Маш дашь глаш, я тебе добавлю, и второе предупреждение о том, что звук в чатах можно отключить. Почему стали выходить? Потому что это блюнканье, оно мешает и на работе, и могут детки спать, и разное время у нас может быть, да, на территории России у нас оно прям разнится очень-очень. Поэтому вот два момента, которые, ну, которые я рекомендую делать, да. Но очень клево тоже продвигать продукцию, создавать вот такие клиентские чаты. Такое задание уже было, и я знаю, что многие из вас их уже имеют. Вот. Что еще? Вот эта вот фишка, не знаю, я не слышала, что ее как бы на каких-то... в чатах у нас продвигали, хотя я могу ошибаться. Я просто ее опробовала сама, и мне очень понравилось. Это запись коротких видео в сторис в Инстаграм. Как я начала это делать? Просто я же тоже себя, вы думаете, я так все легко и просто делаю. Что-то я за себя заставляю делать, потому что знаю, что это раскручивает мой личный бренд и так далее. И когда я бываю, особенно в поставке, в офисе, я прям ставлю задачу записать сторис об, например, своем заказе и какие-то мини, прям, ну там сколько, 15 секунд всего можно, да, сторис повесить, записать, о каком-то актуальном продукте. Вот буквально в прошлом каталоге я записала, ну, в один момент сторис по... двум продуктам актуальным, вот посередине есть вариант вот этого сторис, да, это спрей для ног от натирания, хотя он уже был не по распродаже, да, до этого вау весне его давали совсем дешево по 99 рублей, а в каталоге, вот в котором я его предлагала, он был, по-моему, 280, нет, он был 300 с чем-то рублей. И следующее, что там было, это новинка сухой шампунь. Я записала два сторис, и сразу же в этот же день, вот не знаю, видно вам или нет, справа ну, копия как бы ответа одной из моих знакомых, что «Лена, мне надо 3 бутылочки», это она имеет в виду спрей для... ног от натирания и шампунь одну. То есть смотрите, как бы, ну что я сделала? Я прям буквально за 5 секунд записала эти сторис,
вывесила, и мне пришел заказ с 4 наименованиями продукта, прям, ну, за одну секунду. То есть человек посмотрел, ему надо. Но здесь что важно? Важно нацелить и сказать об актуальности, что сейчас лето, и это актуально. Если вы не можете и не хотите говорить, без проблем, вы просто делаете надпись. Вот, например, я какую надпись сделала, да? Мозолем нет, значит, новой обуви, да. Ну, как бы тут все понятно, да? И еще было подписано, что это вот, ну, спрей от натирания. Актуально, актуально. И вот такие сторис, они дают выходы. Единственное, что у вас, еще заметьте, у вас в Инстаграм... сделайте, пригласите как можно больше своих клиентов туда, к себе, чтобы они, подпишитесь к ним и пригласите подписаться на вас. Это, конечно, время, я рекомендую это и с консультантами, как бы проделать, да, потому что я знаю, что еще не все имеют в Инстаграм свои странички, но это, ребят, нужно продвигать, потому что там очень быстро все считывается, там можно, там куча уникальных возможностей, все быстро посмотреть, сообщения людям приходят, которые вас лайкают и которым вы подписаны. Ну, то есть это очень хорошая площадка для нашего бизнеса, как в продвижении бизнеса и также в продвижении продукта. Поэтому вот этот метод, он быстрый, он легкий, но он дает качество. То есть люди делают заказы быстро, прям пишут в директ и делают заказы. И смотрите, значит, я уже говорила, что в этом каталоге есть очень хорошее предложение, на котором можно сделать 150 баллов, ну, в общем-то, только на одном продукте. Это я говорю для новичков, я думаю, те, кто давно в компании прекрасно знают и справляются со сбором заказов именно этой туши, вот, но я говорю сейчас для новичков. Уважаемые наши новички, это уникальная тушь, которую можно продвигать десятками и сотнями и собирать большие заказы. Только это нужно делать. Итак, смотрите, для того, чтобы сделать 150 баллов в этом каталоге, можно это сделать на одной туши. 30 штук тушей по 5 баллов – это 150 баллов. Вот вам и итог, вот вам и результат. И смотрите, ребята, вы продвигаете тему взять не одну тушь, а как минимум две туши. Если не надо тебе, возьми своей маме, возьми своей сестре, предложи своей подруге. Нам хороший, как бы, подспорье дает компания, сделав цену выше за одну тушь и сделав ниже цену за две туши. Поэтому продвигаем парами, ребят. И поэтому это всего нужно 15 человек, которые возьмут по две туши. Всего. Смотрим свой список знакомых, смотрим по своим друзьям, которые уже есть у вас в ваших аккаунтах, в Одноклассниках, в ВК, в Инстаграм и так далее, и продвигаем эту тушь. Вот, пожалуйста, 150 баллов у вас будет обязательно в этом каталоге. Так, вот немножко с этой тушью, да, в помощь. Ну, здесь, смотрите, можно, картинки есть этой туши, вы можете просто на фотоаппарат, если не нашли картинку, хотя это сложно, в общем-то, не найти сейчас масса картинок с этой тушью во всех чатах и есть картинках в поисковых системах, ну, в общем, ее везде полно, да, вот, и... вы просто в том же Вайбере, в WhatsApp пишите легкий текст про эту тушь, такой небольшой текст, я бы сказала, но актуальный и качественный по, скажем так, информации, да, и собирайте заказы. Вот такие вот отзывы про эту тушь пишут из чата, да, что с
спасибо там Маше, Даше, Глаше, да, что за смс про тушь. Пока 5 заказов на тушь, и несколько человек попросили посмотреть каталоги. Там потом дальше пишут, через какое-то время, ну, это тоже, в общем-то, была такая игра «Продвинь тушь», да, и оттуда взяты вот эти вот как бы отзывы, да, уже там, например, 10 тушей. Кто-то писал в чате, что у меня уже там 20 тушей, и так далее, и так далее. Поэтому это вариант очень хороший. Далее, ребят, это я говорила сейчас про онлайн-методы. Далее, те, кто работает офлайн, собираем заказы офлайн. Что я здесь хотела сказать, что собирать заказы офлайн, в общем-то, это сейчас очень, ну, востребованный ход, потому что самый, может быть, даже востребованный, ход и тренд, потому что живое общение не заменит никто и никогда. И многие компании непрямых продаж, многие компании, которые занимаются классическим бизнесом, я вот смотрю, стали использовать абсолютно все способы, которые мы всегда использовали давно, уже десятки лет назад использовали в нашем бизнесе. Поэтому живое общение, проведение мастер-классов, проведение тестирования продукции, проведение, ну, тестирование там, категории wellness, коктейлей, да, это сейчас очень востребовано, и вот это вот общение глаза в глаза дает, ну, просто очень хороший результат, да. Но для того, чтобы офлайн собрать хорошие заказы, конечно же, нужно подготовиться к встрече, ну, позаботиться о внешнем виде, да, подготовить набор необходимых материалов, выбрать и записать в своем ежедневнике удобное время встреч, не просто так с бухты-барахты прийти, вот я пришла, здравствуйте. Люди сейчас очень заняты, и все любят, когда его время, им его временем тоже дорожат, да, а не только своим, поэтому всегда нужно договориться о времени. Клиент ваш должен знать, что вы придете именно в этот день и именно в это время. Если не сможете прийти, конечно, нужно предупредить, извиниться и перенести, например, время. Это тоже очень важно для того, чтобы клиент оставался вашим постоянным и был к вам лоялен. Ну и однозначно нужно всегда создавать теплую дружескую атмосферу. Вы знаете, не так, чтобы там только выгода горела в глазах. Люди, клиенты всегда любят, когда им что-то дополнительно рассказываешь. Может быть, вы что-то узнали интересное из мира моды. Может быть, вы съездили куда-то отдохнуть и что-то интересное, какую-то информацию, какие-то теплые эмоции привезли с собой. Делитесь этим с клиентами, потому что они ждут не только, вот знаете, сухого такого, я принес каталог, я принес заказ, бери, деньги забрал и ушел. Нет. Возьмите какие-то яркие, красивые пакетики. Я всегда их ношу, и все клиенты пищат просто, они любят. Любят, когда им дарят вот такие, ну, мелкие приятности. Об этом тоже на школе больших продаж Светлана очень хорошо Носова рассказывала, да. Вот, и они, в общем-то, играют большую роль в плане лояльности. И, конечно же, нужно, чтобы у вас были дополнительные материалы, наборы пробников с собой, да, может быть, какие-то листовочки, какая-то дополнительная информация о продукте, который вы предлагаете, то есть идти нужно подготовленными, конечно. Вот. Ну, какие методы офлайн вообще существуют, методы продаж офлайн? Ну, это демонстрация каталога, это самое первое, самое распространенное. Демонстрация ухода за кожей сейчас тоже набирает, ну, как даже не набирает обороты, а снова возвращается, потому что какое-то время мы, кто работал в основном офлайн, да, тоже пошли в онлайн, и те методы, которые приносили нам очень хорошие результаты, как-то мы отодвинули, да. Но сейчас хочу сказать, что методы работы офлайн, мастер-классы по декоративной косметике, по уходу за кожей лица, по категории wellness дают очень хорошие, реально очень хорошие результаты, потому что, еще раз скажу, что много стало открываться, много-много-много стало открываться салонов красоты, разных абсолютно, и люди туда ходят, понимаете, там простоев нет. Мы-то с вами тоже работаем в этой сфере.
И наша задача привлечь клиентов. И вот такие мастер-классы – это один из таких вот, ну, качественных, хороших методов привлечения клиентов и, может быть, потом переводы их в свои консультанты, в свои бизнес-партнеры. Поэтому используйте эти методы. Ну и для новичков и для тех, кто хочет быстро, сразу, за один, знаете, выстрел поиметь 150 баллов либо выше, конечно же, я рекомендую познакомиться с такими актуальными сериями, как New Age. Да, вот если вы познакомитесь, если вы сами пользуетесь, если вы проводите мастер-классы на уходовой вот этой вот косметике, да, есть пробники абсолютно все, и вы найдете хотя бы одного клиента в каталог на эту серию, то 170 баллов у вас, все, у вас будет за, скажем так, от одного клиента. Понимаете, можно по-разному делать эти 150 баллов. Можно количеством тушей только, можно количеством большого ассортимента каталогов, можно только сделать, продвинув один набор New Age, классный, качественный. Конечно, здесь нужна информация, здесь, может быть, нужен небольшой мастер-класс, здесь, может быть, нужны свои ощущения или ощущения ваших коллег. Да, вот я пользуюсь этой серией. Кто моложе, спросите у меня, я вам расскажу о своих ощущениях, да? Вот, можно и так делать 150 баллов. Также продвижение категории wellness, где есть две подписки, это твоя жизненная энергия и твой идеальный вес. Одна дает подписка 100 баллов, другая подписка дает 151 балл. Пожалуйста. Возможно, вы занимаетесь спортом, вам близка тема ЗОЖ, вам это нравится, вокруг вас, посмотрите, опять же, списки. Есть люди, кто этим занимается, для кого это очень актуальная тема. Идите с этим предложением к вашим людям, продвигайте этот продукт. И, пожалуйста, вот ваш заказ, например, твой идеальный вес на 150 баллов готов. Понимаете, главное качественно обладать информацией, уметь рассказать, подобрать перед тем, как эти ролики, может быть, скинуть человеку, посмотреть именно по этой теме. Пожалуйста, опять же, вот твой идеальный вес 150 баллов именно на этой подписке. Вот как угодно вы можете брать любые для вас комфортные методы и их продвигать. Это несложно. Главное – желание и обладание полезной информацией, которую вы передаете своим клиентам. Ну и, конечно, мастер-класс, он всегда был востребован. На него записывается отличное количество людей. Как это делается, это, ну, наверное, будет отдельная тема, и, возможно, именно я и вам ее и расскажу, как делать мастер-классы по декоративной косметике, какие фишки есть, да, и что лучше продвигать. Но можно их делать, в общем-то, знаете, вот такую рекомендацию дам. Пока мастер-класс может же быть такой, вы знаете, очень быстрый, пятиминутный даже. Берите продукции, которые вы себе заказали, например, вы заказали себе карандаш для бровей, сейчас он идет со скидкой. Я его всегда беру, вот какие-то новинки ношу с собой, прямо из дома беру и ношу с собой, потому что я могу по дороге встретить какого-то знакомого, я могу заехать там раздать каталог. Я обязательно показываю эту новинку и рассказываю о ней вкусно, прям буквально за считанные минуты. И вы знаете, делаются хорошие заказы именно по тем новинкам, которые вы рекомендуете. Поэтому, если, конечно же, у новичков нет возможности купить что-то впрок, чтобы это показывать, берите свое, показывайте, у вас будут именно это заказы. Поэтому, ребят, я думаю, что сейчас вы что-то для себя взяли все-таки на этом вебинаре полезное, будете использовать. И я вам желаю делать 150 баллов легко и просто. Если вы еще со мной, и если вам была полезна эта информация, поставьте, пожалуйста, плюсики, потому что я заканчиваю сейчас, я дам вам, озвучу домашнее задание. Думаю, что ваши заказы, количество заказов увеличится. Самое главное – желать это сделать, заработать, я имею в виду, да? И ничего не бояться, не надо ничего бояться. Страх вообще нужно отбросить. Лень тоже туда же, знаете, в мусорное ведро. И тогда все наши с вами мечты и планы,
будут гораздо быстрее осуществляться, и мы будем с вами более счастливыми людьми от того, что мы сами это сделали. Итак, спасибо вам за обратную связь. Сейчас я хочу вам дать задание после этого вебинара. Ага, вот слайд перелистнулся. Итак, ребят, задание будет следующее. Я думаю, что Алена его повторит в чате, в котором мы с вами в данный момент в Вайбере общаемся, да, и делаем задание. Так, задание будет следующее. Первое. Необходимо будет выписать из каталога 8, что купили бы, не купили, а купили бы себе на 150 баллов. По возможности скинуть в рабочий чат фото списка этих продуктов. Вообще, скиньте, попробуйте, потому что, ну, как бы фотки не так сложно сделать. Ну, у некоторых, может быть, возможности такой нет. Ну, попробуйте, постарайтесь. Второе задание будет такое. Написать, как планируете делать 150 баллов. Либо заказывать себе, либо организовать совместную закупку, либо показывать каталоги и собирать заказы онлайн и офлайн, это не важно. Третье задание будет такое – активировать номер, сделав заказ. Это для новичков. Здесь хочу напомнить, что если вы новичок, вообще совсем недавно пришли в компанию, еще не сделали ни одного заказа, то это обязательно нужно сделать. Потому что если вы не сделаете заказы в течение трех каталогов, то, к сожалению, ваш номер из базы убирается, и вы можете потерять уже тех людей, которые, возможно, будут уже в вашей структуре. Ну и вопрос, зачем мы тогда сюда пришли, если мы не хотим активировать номер. То есть активируем обязательно номер любым заказом. Если у вас еще не прошел 72 часа с момента регистрации, то вы имеете возможность не платить сервисную плату и получить заказ в СПО без сервисной платы. И у вас не будет регистрационной платы, если вы сделаете заказик в течение 72 часов на 1000 рублей. Это тоже преимущество очень хорошее для новичков, поэтому используйте его и не пускайте этот шанс. Итак, активировав номер, сделать заказ и скинуть скрин заказа. Если уже в этом каталоге вы делали заказ, значит, сделать скрин уже сделанного заказа. Ну и четвертый пункт. Ребят, продолжаем приглашать, продолжаем рекрутировать людей, потому что это залог развития нашего бизнеса. Это второе весло, которым мы с вами должны активно для своего развития и роста своей структуры грести. Да, для того, чтобы, я видела, многие написали, хочу как минимум быть директором, хочу быть там золотым директором, хочу быть старшим золотым директором, бриллиантовым. Ребят, гребем веслами, мы и продаем, и рекрутируем, потому что одно помогает другому, и рост тогда у вас однозначно будет. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что была для вас полезна. Пока. И если есть вопросы, пишите в чат, в котором мы с вами находимся. До свидания.